Всем привет, с вами Юля, и сегодня я расскажу вам про чудесную игрушку от Little Tykes. Купи ребенку ТВ. Эта игрушка выполнена в виде гитары. У нее есть множество различных кнопочек, на которые можно нажимать, и различных колесиков, которые можно крутить. Игрушка включается с помощью небольшого джойстика, а также с помощью него регулируется звук. У этой гитары есть три струны, на которые можно нажимать. Соответственно, при нажатии будет звучать одна из мелодий, которая запрограммирована в этой игрушке. Также сверху у игрушки есть колесико, которое можно вращать. А на грифе гитары есть цилиндр, который при вращении издает тихий треск, а внутри него катаются разноцветные шарики. Вверху у гитары есть кнопочка, на которую малыш может нажать и услышать различные интересные звуки. Эта игрушка поможет вашему малышу развивать свою фантазию, он сможет представлять себя великим музыкантом, а также она поможет ему в развитии слуховых навыков и мелкой моторики рук. Всем пока, смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.